Мы продолжаем рассказ о первом дне операции по освобождению Джобара. Поврежденная БМП эвакуирована. Продолжается бой за колледж информационных технологий. Высаживаются штурмовые группы, а боевики пытаются контратаковать, не дать закрепиться в колледже солдатам, занявшим его правое крыло. Из глубины квартала к боевикам идет подкрепление. Танк на правом фланге наносит удар по выдвигающимся в колледж боевикам. Второй танк по вызову пехоты уничтожает подкрепление боевиков, прорвавшееся в здание. Другая группа боевиков, выбравшись из подземных ходов у дороги, пытается атаковать с фланга. Танкам постоянно приходится маневрировать и переносить огонь с одной цели на другую. Приготовьте 3 БМП с пехотой. Давайте, 3 БМП вперед. Боевики ведут ответный огонь из минометов, пытаясь накрыть командные пункты и позиции солдат, поддерживающих атаку огнем. Слева дом уже освобожден, стреляй по следующему. Танк на правом фланге выдвигается вперед, внезапно раздается мощный взрыв. Танк подорвался на дистанционно управляемом фугасе. Танкисты, ответьте! Танкисты, ответьте! Очень тяжело слышать эту фразу. Каждый раз гадаем, ответит ли кто-нибудь. Из танка выбираются члены экипажа. Боевики ведут по ним огонь. К сожалению, выбрались всего двое. Механик-водитель погиб. Эвакуатор, ответь! Прибывает эвакуатор. Недалеко от подбитого танка наблюдатели засекли группу боевиков. Возможно, именно тех, кто привел в действие взрывное устройство. Через подземные ходы и сквозь проломы в стенах зданий они подобрались практически вплотную. Эвакуатор отходит, а один из танков немедленно отправляется уничтожать обнаруженных боевиков. Танкистам помогает пулеметчик.
Наконец, эвакуатор увозит подбитую машину. Мощность взрывного устройства была очень высока. У танка вырвано 3 катка и проломлено днище. Теперь ему предстоит капитальный ремонт. Вечная память герою, погибшему за Родину. Несмотря на потери, бой продолжается. Для развития наступления прибывают новые подразделения пехоты. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мущин. Анна Ньюс, Сирия.